доброе утро. У нас сегодня, друзья, Дубео, Холодео. 11 градусов всего на улице и сильнейший ветер. Что я надела куртку. Чарли надел свой свитер. Я в своих красных ботинках. Так что... Ой, а что у нас тут за дискотека? Что зима вот такая у нас пришла. Что за дискотека, я не понимаю. Знаете, не люблю, когда в лифте такая дискотека. Представляете, застрянете. Я никогда в лифте не застревала. Тьфу-тьфу-тьфу. Но как бы не хотелось бы вот с такой цветомузыкой. Чарли, Минте, покажи, какой ты красивый в своем свитере. Он в прошлом году его не надевал. Потому что как-то я его не нашла. А в этом году нашла. Прохладненько так, когда всего 11 градусов, блин, опять ветер. И ветер, то холодно. Заехала в Лидл, купила какие-то облака в шоколаде. Нубес, а где я ее читала-то? Где-то читала, что это Нубес. Хочу попробовать, может быть, это похоже на птичье молоко. А, нет. Это похоже на маршмелло. Тут Чарли меня требует тоже. Такое я тоже люблю. Вкусно. Есть такое далекое напоминание. Ох, ряди твою мать, это что такое? У меня там разогревается еда. Все, что было, с тарелку одну, там и макароны, и тефтели, и чего только нету. Все собрала, чтобы съесть. Смотрите, купила вот такой Валди бальзам. Он с кремом, ой, с кремом, с цветом, там со всякими витаминами. В общем, классный. Видите, какие у меня губки. Губки бантиком, крабовое мясо. Это вот прям крабовое мясо. 5 евро стоило. Это на Новый год сделаю салатик. 4,99. Нубы стоит 400 грамм 2,99. Бальзам рубль 40. Классный. Так. Суп взяла. Ага. Суп взяла вот такой 55 копеек. И хлеб вот такой 99 копеек мужу. И селедочки себе вот такой взяла. Вкусненько в сливках. И там лук есть, яблоки. Ой, на, просит, сидит. На. Хочешь? На. Тогда не возмущайся. Вот, знаете, некоторые вот говорят, ой, селедка с молоком еще поешь. Я ничего не вижу такого, когда можно поесть селедку с молоком. С тем учетом, что есть же селедка в сливочном соусе. И как бы не проносит, и ничего, и все нормально. Неплохая селедка, прям там целые филешки. Вот, я хочу сделать вот так сейчас с лавашиком. Зелень добавить и туда селедочки это добавить. Вот видите, у меня тут сборная солянка СССР. Так, что, будем делать вот такой вот лавашик. Единственное, что он прям вот целая филешка селедки. Поэтому надо порезать. Так, ножницами вот так его порежу. В Лидле тоже такая селедка есть. Там что-то видов 3, наверное, есть. Вот. Так что, видите, в Испании все есть, как в этом. В Париже, да, по-моему, мне говорили, напоминали. И вот так вот на... Зелень с лавашиком положу, прям с соусом, со всеми делами. Вот сюда вот так. И должно быть очень вкусно. О! А эту просто так. Вкусно, правда? Кто не пробовал, пробуйте. Она немного с уксусом. Ну, как немного, с уксусом. Ну, вот этот сливочный вкус. В общем, вкусный. Теперь сейчас это все заверну.
И будет у меня вот такой вот лавашик. О! Ну все, я пошла кушать. Всем приятного аппетита. Тебе удобно, Чарли? Так он всегда лежит на мне. Вот моя коленка, вот другая коленка, вон ноги. Вот так вот и лежит. Чарли, тебе удобно? Тебе хорошо с мамой, да? Отдыхай, отдыхай. Отдыхай, моя любовь. Отдыхай. Ты моя сладкая рыба. Да. Спи, моя радость, усни. Все. Скажи, отстаньте. У меня сиеста. У меня сиеста. Смотрите, как красиво нас тут все сделали. У нас тут раньше было так некрасиво. Все как-то ветер такой ужасный. А сейчас вообще красота. Класс. Смотрите. Класс. Иду с работы. Ветер у нас такой холодный. Прям дрын-дрын-дрынь. В двух капюшонах иду. В общем, я сегодня клиентке-то должна была, помните, купила ей шампунь сухой. Я его дома забыла, она сегодня у меня приходит по субботам. А я ее постоянно, вот как хожу гулять с Чарли после вот в это время, вижу на пляже. Я ей говорю, слушай, говорю, мы же пойдем на пляж. Чарли, машина едет. Вот, да. Слушай, это моя клиентка. На новой машине поехала. Да. Тоже гулять на пляж. В общем, несу ей сухой шампунь. Сейчас ей отправлю этот смс-ку, что я на пляже. И, может быть, мы встретимся и отдам ей ее сухой шампунь. Она прям горит желанием его опробовать. Я говорю, ну тебе все равно в течение 3 дней не понадобится. Она все равно его хочет. Откройте мне веки. У меня, видите, щеки красные. Кровь с молоком. Ух! Ух, какая я красивая! Сейчас чаек горяченький. А там Чарли еда закончилась. Я здесь, я не пропала. На улице такой дубео, что я фигео. Включила себе обогреватель в комнате. Моя спальня вообще, она холодная, потому что там ветер такой. На, кушай. Я закрыла персианы, чтобы не выдувало ничего. Включила обогреватель. Ну ничего, уже буквально через день, через два обещают опять 20 градусов. И опять нам вернется тепло и будет хорошо. Все будет хорошо. Это какая-то там буря пришла. У нее даже название есть у этой бури. Вот. У нас сегодня на работе меня, знаете, о чем говорили все время? О том, что в России прививки делают. Представляете?
Вот такие вот у нас разговоры были. А у нас провели опрос. 50% из людей не хотят ее делать. То есть все ее ждут, но никто не хочет ее делать. А что у меня на голове? То я в капюшоне ходила. Ну ладно, дело не в этом. А дело в том, что завтра, наверное, поеду в цветочный магазин. У нас же тут выходные, непонятно какие праздники. То есть я уже до среды в отпуске, можно так сказать. Эх, в прошлом году я была именно в этом, на это поэнте была в России. Ну ладно. Хотелось бы, конечно, смотаться, с моей нюсечкой поиграться. Она уже такая большая. Это моя племяшка. Еще наиграемся, какие наши годы. Так что до вторника я выходная. И вот хочу, может быть, типа украшений какого-нибудь дома сделаю. Хочу. В общем, завтра подписывайтесь на мой канал на YouTube. Пишите свои ваши комментарии. Вот, и будем с вами встречаться. Поэтому что я буду рассказывать? Лучше все увидеть воочию, скажем так. В общем, завтра кое-куда собираюсь за цветами. Кое-куда за цветами. Оставайтесь со мной. Всего вам самого лучшего. И встретимся с вами завтра. А я пойду пить горячий чай. Видите, я свой халат надела. Это с России халат. Ему уже, наверное, лет 14. Но он такой теплый, такой уютный. Я подумала новый покупать, а потом думаю, а зачем мне новый, когда мне этот нормальный. И в нем тепленько и хорошо, правильно? Вот, опять я ушла. Я как, знаете, как русский человек на посошок. Три раза. Сел, встал, сел, встал. Пойду это, убирать косметику. От маски вот тут вот сушит лицо. И хочется намазаться кремом. Но я же на грязную рожу не буду его мазать. И руки очень сухие. Ладно. Чем фигню говорю? Говори, говори, да не на, яблочко съем зеленое.